суток, дорогие зрители, гости и подписчики канала. Ну что ж, начинаем новую стройку. Вот. Вертолет Ми-24В от фирмы Arc Models. 700. Напомню, что данная модель предоставлена магазином Я Моделист. Ссылочка на магазин будет в описании. Но прежде чем приступить непосредственно к самой сборке, мне бы хотелось обратить ваше внимание на один из каналов, довольно недавно начал свою деятельность, но мне нравится, как человек ведет его, и вообще сборки интересные. Это Александр Киселев. Ссылочка будет, не знаю, в правом или в левом верхнем углу, в общем, где-то в уголку. Если вас заинтересует, просьба подписаться, поддержать, так сказать, человека. Начнем строить наш вертолетик. Что ж, двигаться, наверное, будем поэтапно, как нам и предлагает инструкция. Ну а там посмотрим уже непосредственно в процессе работы. Может, где-то что-то будем отступать от инструкции. Ну, менять местами последовательность. Может, что-то сохраним. В общем, там видно будет. Ну, вот нам предлагают сперва сделать скамейки в десантно-грузовой отсек. И уже потом собирать кабину, кокпит. И на третьем этапе уже формировать крышу, стенки грузового отсека. Ну вот, посмотрим, как оно у нас пойдет, потому что здесь будет использоваться травление. Соответственно, нужно будет и предварительно красить. В общем, посмотрим. Немножко уберем инструкцию. Чтобы она нам не мешалась. Детально, наверное, я не буду показывать отделение литников, детали от литников и тому подобное. Ну, я не вижу в этом смысла. Есть только что-то самое интересное такое, покажу. Вот. А так, ну, я думаю, и так всем понятно, как что скамейку состыковать или все остальное. Так что уйдем на паузу. И скоро увидимся. Ну, вот такая вот у нас скамеечка вышла. Теперь ее нужно будет потом покрасить предварительно. Потому что сюда потом вот, на эту скамейку у нас идут четыре таких вот ремешка с каждой стороны.
исход отравления. Вот эти вот ремешочки. Ну, пока мы это отложим. Нам пока это не понадобится, поэтому я возьму свою вот такую вот штучку. И чтобы не потерять нашу скамейку, положим ее вот сюда, в ячейку номер один. Пусть она у нас пока там лежит. Ну. Продолжим собирательство. Вот так вот у нас будет приблизительно выглядеть кокпит. Наклонить я, к сожалению, не могу. Иначе оно все отвалится. Потому что поставлено просто на пазы. Теперь нам предстоит очень интересная процедура. Я еще вот вырежу вот эту вот панель, которая идет сбоку, вот с этой стороны. Вот. А в чем интересность, так сказать? Во-первых, нам нужно переделать одно из кресел, а именно вот это вот. Насколько я понимаю, это кресло пилота. Вот. Нам нужно срезать вот эту подголовник вот этот аккуратно, и вместо него сделать из фототравления подголовник. А нет, вру. Этот подголовник у нас должен быть опущен, судя по всему. В общем, нам его нужно в любом случае срезать, иначе у нас не повесятся ремни. Плюс к этому, как вот видно на инструкции, красным отмечено это то, что нужно срезать. Соответственно, вот на панелях нужно сточить будет имитацию кнопок. Здесь вот тоже сточить. Здесь. И самое, как бы, проблематичное будет, это панель вот эта вот большая приборов. Здесь нужно практически все сточить. И
иначе у нас просто не встанет это фототравление, как я понимаю. В общем, будем что-то придумывать. Уйду я на небольшой перерывчик. Обдумаю это все, обмозгую. И вернемся. Потому что, скорее всего, надо сперва, ну, помимо того, что сточить, так еще и кое-что прокрасить. В общем, надо смотреть. Поэтому прервемся. Ну что ж, продолжим работы с кокпитом. Я вне камеры позачищал необходимые нам кусочки. Там, где устанавливается травление, как написано в инструкции, надо было удалить родные приборы. Я их удалил. Не знаю, насколько вам видно. Вот. И также сделал, так сказать, в опущенном состоянии подголовник, как вот на этом фото. Надо будет единственное потом аккуратно это все ремни туда приклеить. Вот. Теперь займемся покраской наших всех этих деталей. Здесь интересная схема получается. То есть внутри кабины, где сидят пилот и оператор, там черный цвет. А десантно-грузовой отсек такой светло-голубой, в общем, с сероватым таким оттенком. Ну вот я буду использовать для кабины пилотов, пилота и оператора, X1 томиевский, матовый, черный. А для грузового, грузовой, десантно-грузовой отсек, XF-23 Light Blue. Разводить буду на глаз. Много здесь краски не надо. Поэтому я просто налью чуть-чуть в аэрограф растворителя. И на глаз разведу прям кисточкой. Сперва покрасим в этот светло-голубой, ну не светло-голубой, а он зеленоватым серым таким оттенком, то есть он не чисто голубого неба. Вот. Ну а потом черным. Тени нам тут создавать в принципе не обязательно, потому что там по сути все будет само по себе затеняться. Дополнительные тени нам не нужны. Ну, сейчас я подготовлю краску и продолжим. Вот эти панельки, они получаются с одной стороны такой вот светло, ну, это часть грузовой кабины, а другая сторона это часть уже непосредственно кабины пилотов. Поэтому мы сперва их тоже прокрасим, чтобы они успели высохнуть, и я мог перевернуть их на другую сторону.
Надеюсь, вам что-то хоть видно. Потому что по-другому я здесь камеру для этих процессов не могу выставить. Так, еще что у нас в этот цвет красится, это вот эта вот стенка. Это задняя стенка грузового отсека. Так, ну и непосредственно самая большая деталь. Это у нас пол. Приблизительно где-то вот до сюда. Он у нас идет в этот цвет, а дальше он уже черный. Пусть это у нас теперь все сохнет. А я пока промою аэрограф и заправлю черную краску. Я аккуратно сейчас прокрашу прямо на литнике детали рычагов сразу в черный цвет, чтобы нам потом не мучиться с ними.
Делаю это на литнике, потому что у меня нету таких маленьких зажимов, чтобы их можно было зажать и покрасить. И все. Теперь вот это все будет у нас сохнуть. Когда высохнет, приклеим фототравление. Отдельно я уже сам покрашу лавочку, которую я отложил. Ну и потом это все дело соединим, прокрасим мелочи. Ну, теперь ждем, пока подсохнет. Ну, уходим на паузу. Ну что ж, вот я поработал вне камеры. Извиняюсь, что не показал весь процесс. Хотел сперва заснять процесс нанесения фототравления, но, к сожалению, когда начал записывать, понял, что ну вам просто не видно ничего будет. Потому что это все настолько близко к лицу, ну, в общем, чтобы видно было, куда, чего, как загнуть. В общем, ну не видно было бы ничего. В общем, вот такой вот у меня получился, так сказать, кокпит, кабина, как грузовая, так и кабина пилота с оператором. Добавил я все, что было на плате фототравления, за исключением педалей. Педали просто, ну, физически не были бы видны, потому что они устанавливаются вот сюда, практически по вот эту панель. Просто даже если когда фонарь поставить, ну, не видно будет. Единственное, что я добавил от себя, это вот здесь вот стеклышко. Я вот добавлю фотографии, ну, чтобы получше видно было, что на самом деле получилось. В общем, вот такой вот тут итог. Дальше я уже буду непосредственно работать с фюзеляжем и всей остальной мишурой, так сказать. Ну а пока уберем нашу капсулу вот в такую коробочку. Будет у нас салат с крабовыми палочками. Чтобы не потерять и не сломать случайно. Для сохранности. На этом я это видео заканчиваю, эту серию. Дальше будем уже действовать также по схеме. То есть установим ниши шасси, установим вот эти вот имитацию, ну не имитацию, а
выхлопные патрубки, тьфу, патрубки, кожухи, вот эти, для двигателей. Ну и, соответственно, прокрасим ниши шасси, соберем вот эту штуку, ну и там будем действовать уже по обстоятельствам. Посмотрим, может, и соберем уже в следующей серии полностью фюзеляж со всем этим. Будем стараться двигаться по схеме. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. Это ваше право. Всем спасибо. До новых встреч.